А знаешь, что мой супергерой круче? Да какой там мой круче? Он же летает и может прожигать врагов лазером. А моему и летать не надо. У него есть специальный крюк. Взлетать куда надо, а еще железный костюм. А я сам лично знаю супергероя. Ну, конечно. И какая у него сила? Правда, она умеет спасать людей. Она выглядит как самый обычный человек, поэтому ее сложно заметить. Как и у всех героев, у нее есть супертранспорт, но она больше полагается на свои силы. Каждый день она спешит кому-то на помощь, несмотря на опасности, погоду и настроение. Конечно, у нее есть специальные гаджеты, которые помогают ее миссии. Она сканирует людей, определяя, что у них на душе. Готовит будущих мам к завтрашнему дню. Делится ценными знаниями. Помогая преодолеть неуверенность и страхи. Уберегает от возможных несчастий. Знает, что на самом деле нужно ребенку. Обращает внимание родителей на важное. Находит болезнь еще до того, как они начинают проявляться. Останавливает насилие. И меняет сознание. Как и все герои, она полностью отдает себя выбранному делу. Заботе о семьях и детях. Она мой любимый супергерой. Патронажные медсестры помогают беременным женщинам и семьям с новорожденными и детьми младшего возраста. Пилотная программа новой универсально-прогрессивной модели патронажных посещений доказала свою эффективность. На очереди весь Казахстан. Патронажные медсестры – это настоящие герои, которые живут среди нас.